На борьбу с коронавирусом и его профилактику выделено 6 миллиардов 121 миллион сомов. Помимо республиканского бюджета 2 миллиарда 998 миллионов сомов привлечено из внешних источников в рамках государственной инвестиционной программы. На сегодняшний день фактически мы получены 343 миллиона долларов, из которых 23 миллиона долларов по линии ПГИ, программы госинвестиций, они направлены на борьбу с ковидом. Практически все министерства были вовлечены в борьбу с COVID-19. С момента закрытия границ средства были выделены на возврат студентов из-за границы, оказание помощи малообеспеченным семьям, приобретение лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и строительство больниц. По данным Министерства финансов, отчет о выделенных средствах выглядит следующим образом. Правоохранительным органам выделено 592 миллиона сомов. Деньги были направлены на установку блокпостов. Фонд государственных материальных резервов направлен 1 миллиард 92 миллиона сомов. 742 миллиона сомов было потрачено на приобретение пшеницы и 250 миллионов на складирование медикаментов. Министерству транспорта и дорог выделен 1 миллион сомов, который направлен на перевозки кыргызстанских студентов из-за границы. Министерству иностранных дел выделено 173 миллиона 300 тысяч сомов. На эту сумму было закуплено медицинское оборудование, материальная поддержка соотечественников за рубежом, закуплены тест-системы. Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ выделило 12 миллионов 700 тысяч сомов на приобретение мебели и инвентаря для строящихся больниц. Кроме этого, более 540 миллионов сомов мы выделили Министерству чрезвычайных ситуаций. Это на организацию питания, на переоборудование и обеспечение жизненно необходимыми средствами вот этих зон обсервации. Минфин выделил фонду обязательного медицинского страхования 2 миллиарда 378 миллионов сомов. Полученные денежные средства ФОМС потратил на приобретение СИЗ и медикаментов, а также на компенсацию медикам, работавшим в красных зонах. Из полученных денег 300 миллионов ушло на приобретение средств индивидуальной защиты, на погашение кредиторской задолженности, организации здравоохранения также 300 миллионов сомов. А 1 миллиард 131 миллион сомов были выплачены в виде компенсации врачам. Кроме этого, Минздраву были выделены 1 миллиард 367 миллионов сомов. Из них 131 миллион был потрачен на приобретение тест-систем, 105 миллионов на закупку средств индивидуальной защиты и на расходные материалы для лабораторий. 49 миллионов было потрачено на ИВЛ-аппараты, также на денежные компенсации медикам, работавшим в очагах. Мирима Саналиева, Миримбек Джусупекулу, ЛТР, Бишкек.